Ванек, ты что, веник? Веник баньку? Веник баньку. Ну-ка. Тут бобыш. И желудей. А что такая ветка торчит? Ну вот, чтобы я спину. Чтобы я спину себе проткнула. Ну. Муся. 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 Здесь вот мама посадила гладиолусы. А Муся. Хорошо принялись розы, так жасмин. Прям идеально. Идеально. Все, комары начались, ребят. Ах, комары начались. Ах. Все, будешь меня парить? Саш, смотри, какой ты малиновый. Да, нормально. Ужас, ужас. Смотрите, сгорел. Кошмар. Ну, вот такая. Ну что, ребятки, вечер, суббота. Как и говорила, сегодня у нас баранинка. Баранинка, ребят. Начистила овощи. Лук, морковка. Ой, баранинка, говядина. Я их присолила со вчерашнего дня. Они вот просолились. Они будут еще вкуснее. Вот такие вот ребрышки, ребят. И мяска хватает, и жирка хватает. Все, ребятки, начистила овощи. В общем, говядина будет. А с овощами, может быть, еще добавлю пару картошин сверху. Когда будет тушиться у меня все. Вот, что у нас тут. Вот, осталось картошки. Не досадили. Будем ее кушать. Все, ребят. Завела костерок. Все, буду жарить в казане. Все, ребят, вечер. Сегодня столько мы дел переделали, прям вот личненько. Еще, ребят, натопили баню. Еще сегодня будет у нас банька, потому что руки, вон, смотрите, вчера только сделала маникюр. Вот, хорошо, прям вечер, вечер, отличненько. Ой, бант у меня. Бант весь растревожился. Фу. Без макияжа. Но ничего страшного. Вот, ребят. Хорошо, там где-то кто-то пашет огород. А мы сегодня хорошо, отлично прям поработали. Я еще цветничок свой. Тут камушки все раскидала. Вот видите, все, теперь хочу, знаете что, посею, наверное, между камнями посею шульцию. Она такая низкорослая и неприхотливая. Смотрите, как чабрец, помните, я привозила со степи. Вот он прям, сняли вот эту пленку с поднизу, и он прям вот пошел. Вот он будет стелиться ковром. А это ясколка, тоже ее можно вот посадить вот здесь, вокруг вот этого котелка. Она у меня в котелке уже какой год растет. И ничего не делается с ней. Вот. В общем, так. Все. А вот это и шульца, я думаю, что будет хорошо здесь между камушками. Посажу там. Куст, она еще маленькая, только взошла. А вот. А вдоль, может быть, вдоль вот этих дорожек посажу, может быть, бархатцы. В общем, посмотрим, посмотрим. Там высокорослые такие будут кусты, там бесполезно бархатцы сажать, где вот пруд. А вот здесь я вдоль дорожек посажу еще бархатцы. Ну, вот так, ребятки. Все, мы управились. А, Сашонок? На сегодня мы управились. Ты теперь, Саш, цвета красной кофты. Сейчас еще банька у нас. Ну, еще баня же тут у нас. Да, сейчас еще банька. Надо отмываться.
Сейчас будем жарить мясо и в баню. Умница. И спать, да? Спать. Кино, телевизор смотреть, что? Что, точно? Телевизор будем смотреть, фильм. А завтра уже будем. Хочу пересадить хризантему вон ту, Саш, где да, яблони. Пересадим. Сюда, вперед, впереди, где беседки. Перекопаем, пересадим. За оградой Сашонок нашел куст пиона растет. Вот мы его хотим тоже пересадить сюда. Что за пион, откуда он взялся там? Не знаю. На бесхозном участке, где машины ставим. Там. Выкопаем его. Ну. Кто-то землю пашет. Ну все, ребятки. Так, на фоне костра. Все, готовлю. Ребра, говяжьи ребра на костре с овощами. Кому интересно, оставайтесь с нами. Время 9 часов вечера, вот так вот на даче. Только получается, мы ужинаем. Мы что, сегодня встали по кофейку? И вперед, руки, ноги в руки и вперед. Да. И только вот первый у нас будет первая трапеза за сегодняшний день. Так вот целый день чай, конечно, с лимончиком. Вот. Поддерживающий. Поддерживающий, да. А и не хочется. Вот жара такая, во-первых, да, сколько? 30 сегодня с лишним. И не хочется, ребят, вот совершенно не хочется. Когда вот трудишься, забываешь о еде, обо всем. Вот. Так что такие дела. Все, готовлю. Готовлю, ребятки. Мне мужика надо кормить. Мужика надо кормить. Иначе протянет ноги. Ну вот у нас все по-деревенски. Все горит, все пылает. Так, ну все, закладываем. Аккуратней. Идем собак кормить. Тут осталось у нас. Да, у нас тут такая вот самса осталась. Там по ней сикарашки ползали. У нас собак в этом году. Тут запивай, Саш, поливку, а то музыка. А где они? Аж там, что ли? Ну ты высыпь из нее все. Вот они. Смотри, Сашик, а все кормят. Здесь что у вас, воды нет? Вот вода в бутылке, Викуш. Вот. Вика, вот вылей, кто-то вот положил в бутылку с водой. Ай, мои хорошие. Ай, мои красавцы. Ай, по хлебушек, наверное, так вывалю, да? Да, конечно. Ешьте. Вода есть, Вика. А где еще? Четвертый. Кушайте. А что тот не дает? Смотри, рычит. Саш. Ну, я что? Тут, видать, главный. Секунду он там сидит. Смотри, он рычит. Ну дай им тоже покушать. Видно их, нет? Кушай. Ну все, пойдем, посидят.
Так, посмотрим, что там. Сашонок. Сашонок в бане. Он первый пошел. А, Сашонок? Ну чё? Ух! А? Вообще ужас. Ужас, Саш. Смотри, все запотело. Все запотело, Сашонок. Ну ладно, не студите. Ну хорошо, да? Вообще. Обалдеть. Обалдеть. Ножки паришь? Ножки сейчас буду оттирать. Ты в трусах, нет? Нет, нет. Без трусов? Снимай меня вот так. Ну ладно, я снимаю тебя сверху. Снимай. Ну ладно, давай, парься. Хорошо. Вообще, хорошо, смотри. Обалдеть. Смотри. Уф, ты что? Ты мне жар оставишь? Оставляю, я тебе еще покину. А где твоя это? А что ты вот эту не одел? Такой. А, ты в этой, в шапке? Я в другой шапке. Я в другой шапке. Ну давай, парься. Все, у меня там картошечку все закинуло. Все, давай, сейчас я. Сейчас будем кушать. Я долго не буду, потому что у меня спина прям горит. Давай. Ну вот так вот на дыму мясо доготавливается. Не на костре, а на дыму. Дым обволакивает казан. Мясо пропахнется дымком. Прям вот смотрите, как дым какой. Такие дрова вот, они дымятся. Мясо дымком прям. Смотрите, какой дым. Все мясо прям сейчас будет пахнуть костром. Все там томится. Калибушка в бане. Я здесь. Вот. Что здесь творится? Это все здесь в дыме. Ребятки, смотрите, какая сирень. Вот у нас за оградой. Какая красота. А вот этот куст вообще обалденный. А здесь, ребят, у нас крапива растет. Ведется видеонаблюдение. А вот рябина. Сколько тут ос? Прям стоит гул. Смотрите, сколько ос. Она цветет, видать, сладкая. Прям стоит гул. Красота. Тут Санек с камнем. И кошка здесь. И кошка здесь. И Саня здесь. Утро на даче. Пастирушки.
Все. Смотрите, сколько одуванчиков. Где-то поет птичка. Все, ребятки, посадили мы картошку. Здесь вот по краю посадила кукурузу. Вот, ну, чтобы огородить вот эту территорию, где туалет. Здесь у нас как бак вот этот вот. Вот, вот. Пролили, все хорошо пролили. Вот этой поливалкой поливаем. Обрезали дуб. Ребят, снизу обрезали дуб, потому что он стал зарастать. Вот. Мам, помидоры стоят. Не переживай. Тут помидоры черри. Сажала она на неделе. Все нормально. Не переживай. Это помидорки черри. Здесь чеснок, лук. В общем, так, ребят, убираем вот эти вот деревяшки, старую дорожку. Вон Санек идет, еле ноги волочит. Все, пролили клубнику. Клубника прям изумительно. Вся поднялась. Сейчас прям набирает полным ходом цвет. Вот, чесночок стоит. В общем, все хорошо, ребят. Полным ходом идут дела. Вот это тоже прям чеснок, крепыш. Вот. Так, посадила я здесь грядку гороха, грядку фасоли вьющиеся. А вот эту грядку еще не засыпали. А вот в эту грядку уже все. Посадила огурцы, посадила китайские. Еще какие-то белые огурцы посадила, на пробу взяла. Сейчас посмотрим, что за огурцы будут. Сходит у меня свекла. Сходит свекла. Видно, нет? Ну, прям редком. Вот. Морковка, что-то не вижу пока. И досадила вон морковку, свеклу. Да, Санек? Все, вот эта территория уже мы освоили, так сказать. А здесь уже Саня будет, не успеваем бить короба, потому что разбирать палеты долго. Они как на совесть сделаны, да, Саш? Мертво. Гвозди бешеные. А вот. Поэтому решили, пока будем в этом году вот эту территорию сделаем такие грядки, и в процессе уже летом Саня будет их обшивать. Вот. А на зиму мы их уже конкретно удобрим навозом уже в готовом коробе. Вот. И за лето нам, конечно, надо будет засыпать все вот эти вот пространства между грядками, дорожку. Но все это летом, ребят. Вот, снимаем старые доски. Вот. Что еще показать вам? Там редисочка в сходе, где вот Санек стоит. Не буду уже подходить. В том коробе всходит зелень. Сегодня пересадила сюда хризантему. 4. Здесь кустика и один вон там подальше. Все подрыхлило, занавозили, полили. В общем, эта клумба готова. Так, сходят гладиолусы. Мам, которая сажала, сходят гладиолусы. А здесь розарий обложила вот так вот клумбу таким вот камнем. Вот.
Так, пойдем дальше. Санек здесь забетонировал вот скважину. Все, теперь скважина у нас готова. Так, сверху сказал, что собьет какой-то декоративный теремок. Ну, чтобы не так это все страшно смотрелось. Посадила здесь клумбочку цветы. Короче, по краю посадила бархатцы. Вот. Ну, вот как-то так, ребят. Все, на выходные привезем бассейн. Вот. Все, ребятки. Здесь тоже так подсеяла цветочки в клумбы. Все, пионы набирают цвет, ирисы. Думаю, что на следующие выходные уже будет все цвести. Все, ребятки, прошли наши выходные. Вечер, воскресенье. Фуф, едем домой. Поработали хорошо, отдохнули, вкусно поели. В общем, все успели. Ребятки, спасибо за комментарии, все читаю, ребят. Кому успеваю отвечать, кому не успеваю, не обижайтесь. Не от того, что кого-то там обхожу вниманием, нет. Обязательно всем отвечу. А так передаю вам всем большой-большой привет. Мы очень рады, что вы с нами, что вы нас смотрите, комментируете. Это очень-очень приятно. Это дает какой-то стимул для того, чтобы снимать, продолжать дальше. Ну все, ребятки, мы домой. Пока-пока. Увидимся.